Всем привет, меня зовут Паша. Сегодня мы сделаем каретку для изготовления круглых конических ножек. Поехали! Так, за основу нашей каретки мы возьмем 12-миллиметровую фанеру. В длину наша каретка будет 76 сантиметров, в ширину пускай будет 21. Так, далее сделаю направляющую для нашей каретки из той же фанеры. По ширине стало идеально. Единственное, у меня в моем пазе на циркулярке есть небольшие выступы, поэтому нужно снять углы у нашей направляющей. Перейдем к фрезеру. Итак, пазы есть, вставляется идеально, плотненько. Люфт есть небольшой, но я думаю, это нормально. Теперь нужно сравнять ее с поверхностью нашего стола. Отлично. Так, теперь нам нужно зафиксировать нашу поверхность каретки с направляющей. Сдвинем нашу поверхность, чтобы она попала на полотно пильного диска. И в дальнейшем, пройдя полностью, у нас получится абсолютно ровный краешек. Зафиксируем. Отлично. Так, далее нам нужно выпилить наш паз, по которому будет ходить задняя бабка. Поэтому пока открутим нашу направляющую. Снизу мы сделаем выборку фрезой побольше, чтобы у нас поместился наш болтик внутрь и шайбочка. Все-таки сделаем небольшой сантиметра полтора паз, для того, чтобы можно все-таки было регулировать толщину нашей ножки. Завершающий этап. Нам нужно просверлить отверстие под болтик, который будет вращать нашу ножку. Причем это сделать нужно на одинаковой высоте. И высота это у нас выходит 4 сантиметра. Нам нужно
нужно сделать, во-первых, покороче, убрать резьбу с нашего болтика, чтобы во время прокручивания нашей ножки она не накручивалась на наш болтик. В общем, мы настроили. Пора сделать тестовый прогон. Берем брусочек, размечаем наш центр, засверливаемся и вбиваем. Я не знаю, как это называется штука. Ну, в общем, вы поняли. Так, тестовый образец готов. Вполне устраивает. Вполне. Но у меня есть еще кусочек клена. Я думаю, сейчас стоит попробовать сделать из него как раз 4 ножки. Ну или хотя бы 2. Видео подходит к концу. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем ролике. Всем привет! Пока.